Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о том, как научить вашего ребенка сравнивать числа, записывать и правильно читать выражения. Познакомьте вашего ребенка со знаками «больше», «меньше» и «равно». Переходим к чтению выражений. 7 больше 6, 3 меньше 5, а 4 равно 4. Для закрепления темы выполняем ряд упражнений. Просим вашего ребенка записать пропущенные числа в цепочке. Когда ваш ребенок выполняет это задание в первых десятках, усложняем запись чисел. В следующем упражнении просим вашего ребенка записать соседи числа. Напоминаем, что предыдущее число всегда будет меньше на 1, а последующее всегда больше на 1. Впоследствии усложняйте задание. Далее переходим к сравнению чисел и чтению выражений. 11 меньше 13, 13 больше 11, 6 равно 6. Если ваш ребенок путается в записи данных знаков, используем следующий прием. Например, 6 равно 6. Ставим пальчики, получается знак равенства. 13 больше 11. Открываем пальчики со стороны большего числа. 156 меньше 165. Пальчики открываются со стороны большего числа. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, присылайте ваши вопросы. До свидания.